Ну что, старая карта в новом хэллоуинском стиле, новая богиня. Ну, короче, вообще это четко будет. Я надеюсь, что мы выиграем, если честно. Я, правда, не знаю. Давайте ее попробуем. Я щит-то ей соберу, но мы попробуем все-таки больше в урон пойти. Потому что я считаю, это будет правильно. Угу. Так, и хилки нам нужны. Ну что, погнали. Погнали. Нет, облик Наймира не из Одиссея, из сундука. Оу, щит, старая карта, ребят. Но здесь это вообще имба. Вообще мы должны идти на баф, если по-старому. Ля какие. Вообще пушка. И тыквы. И, блин, красиво. Красиво. Очень круто выглядит. Здорово, здорово, ребят. Спасибо за лайкусики ваши. Посмотри, у нее нет кулдауна, ребят. У нее нет кулдауна. Пойдем, пойдем. Да что вы делаете? Ой, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Да ее ведь не найдет, конечно. Как и навсегда, вы чё? Но дамажит, короче, дополнительные пузыри. О, очень слабо ее дамажит, если честно. Но то, что у нее отмена по кулдауну, это имба. Сразу говорю. Жесть, он посмотри, как теперь подкидывает. Не, ну это жесть, это жестко. Карта просто огненная. Ребят, команды пока не юзайте, чисто по-братски, потому что они, скорее всего, будут... Ты не туда толкнул, куда я хотел его застанить. Блин, теперь неудобно с тиром компилироваться мне. Хорошо. Только они бафы вот забрали, а мы не забирали баф. Это плохо. Хорошо, брат. Ай, далеко, непонятно пока радиус. Так, надо зайти. Так, надо зайти, надо зайти. Пока у меня нет маны, но out of mana. Out of OMA. Почему они не делают такие маленькие детали? Если бы они такое сделали, это было бы топово. Хорош, хорош. Нормально, нормально. Блин, я даже не знаю. Ладно, давай я попробую, наверное. Я хочу вот эту корону собрать. Ладно, пока так, пойдем. Почему она не кидает? Почему она кидает не в ту сторону? Я понял, это я дебил. Все нормально, чат. По идее, я не слишком далеко. Я направление не то выбрал. Я не играю на макросах, к сожалению. Как я не попал? Ульт уже, ульт уже. Нет омы, нет омы. Рукой затычу. Ой-ой-ой, хорошо, брат, хорошо. Ах, я не понял, куда кидать. Тихо, тихо, тихо. Фу, я как нуб отыгрываю. Так, можно из-под таура врагов достать? Ну, по ходу дела, да. Так, предметы на ману. Предметы на ману. Она еще врагов толкает. Я думал, только свои. Здорово, чугал. Ребят, 51 лайк на стриме. Вообще красавчики. Спасибо огромное. Мне очень тяжело попасть. Хотя она по мне попала
Же мне больно. Я застанил вроде бы как, но я бы не стал драться. А я забыл, точно, автоатака ж еще хилит, лол, я забыл, правда. Да, да, нет, бутылки маны, наверное, нет. Плюс один лайк, спасибо, ребят. Дал щит ему. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Хорошо. Да не, из ульты уходят вообще на изичах. Особо не напрягаются, ребят. Не-не-не, по ульте отмена. Я думал, это слишком будет имба. У него в магазине нет бутылок, да, кстати. Я Тюра, короче, замьючу, потому что он дебил. Ульта кидается. Да, нужно было сначала единичку дать, а потом ульт только. По-другому это не работает, к сожалению. У меня очень непонятный радиус скиллов. Прям очень непонятный радиус скиллов. Ну, по 3 хп она хилит, этого очень мало. Брат, ну что ты делаешь? Это не режим новый, ребят, это старая карта, карта в хэллоуинском стиле. Очень круто выглядит. Брат, ну ты умер. При всех раскладах. Через ульту нельзя пройти. Короче, вот так вот стоять. Блин, я хочу ее попробовать в конквесте. Перепрыгнуть можно? Вроде как нельзя. Типа я тоже тиры тоже сосать. Ну, похоже, что по ходу дела, да. Ну, типа он лезет бездумно, а потом говорит, что-то тут плохой саппорт, что-то. Блядь, что я делаю? Ой-ой-ой, я урон кому-то дал. Я кому... Я застанил этого. Фантом работает? Я думаю, что нет. Хорошо, хорошо. Я думаю, что Придвин мне еще понадобится. Я хочу ее в конквесте больше попробовать, чем здесь, если честно. Должен фантом работать, но это... Я попытался, брат, я попытался. Я надеюсь, ты это понимаешь. Окей, окей, юрок, блядь. О, хорошо, хорошо, забрал, забрал, брат. Нормально. Но реально, как саппорт плохой. Да я вообще не считаю ее саппортом, я поэтому особо не собираюсь, как бы, в ауры вот в эти вот всякие. Ага. Блин, радиус пока непонятно, ребят. И очень долго обилки юзаются. Очень обилки долго юзаются, прям капец. Хорошо, замедлил. Я замедлил по нему второй плюшечкой. Надо дождаться его эскейпа, и можно ульт юзнуть. Я знаю, я помню про вышки, ребят. Стан вижу. Я не знаю, попал ли я по кому-нибудь, но походу дела нет. Я умер. А, тяжело, но я вроде им дал эскейпа, вроде бы нормально все. Хорошо, хорошо.
Хорошо, хорошо, трипл он сделал. Не, ну слушайте, лучше ульты от стримера. Я думал, она через стену пройдет, а она через стену не проходит. Это жопа. Это жопа. Слушай, нет, на атак спид, чтобы ради хила ее не вариант ставить, потому что там по 3 плюс под хила идет. По 3 хп за от хила, это вообще. Карта просто имба. Интересная механика, но это прям первый взгляд. Прям первый взгляд, первая попытка вот ей нормально сыграть. Зачищает быстро. Зачищает быстро. То, что она безоткатная, это очень круто. Я понял, брат, она тебя просто убила. Хорошо. Блин, замедлил, но не до конца. Он убежал? Блин, да что такое? Чит для кого? Для себя или для него? Для него бы я не успел юзнуть при всех раскладах. Сенс лет своего нет смысла, там стаки на хил. Да, это смотрите, короче, у нее работает офигенно ее вот этот хил, будет офигенно работать в самой риле, ирле. В самой ирли, вот в самом начале конквеста, вот тогда будет ее работать нормально. Вот у него что на нем за хил висит? Какой-то хил на нем висит, правильно? Хорошо. Перс норм. Не, перс интересный. Смотри. Опа. Посмотри, как я ее задамажил. Я понял, понял. Перс очень интересный пока что. Ну, 1-4 мы идем, правда. Я зашел карту посмотреть. Вот первый взгляд на карту, первый взгляд на богиню. Мне очень нравится. Выглядит жестко прям. Что там? Так. Ultimate is ready. Посмотри, я ей сколько накинул. Посмотри вторым. Ой-ой-ой, как я ей много накидал. Давай, брат, давай. Хорошо. И его я щит. Не, это очень интересно. Она очень интересно отыгрывается, ребят. Рили, вот. Имба вообще. Ну, не имба, не буду говорить, что имба. Но отыгрывается очень интересно. А почему я не дохилил Омута? Надо замедло еще взять, и вообще будет пушка. Да вообще не говори, можно кидать ульту Аларуна и ее ульту, и это вообще будет. Горизонтально? Ну можно, да, попробовать, кстати. Блин, но... Лё, чё получилось? Брат, иди ко мне. Два щита. Очень круто она отыгрывается. Живой, брат? Она тикающий урон накидывает.
Хорошо, хорошо, пушим, брат. Мы с тобой пушим. Да, я через себя буду стрелять. Хорошо, хорошо. Нет, 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 отходи. Я застанил. Не успел единичку юзнуть. Слушай, да ей интересно играть. Ей прям реально интересно играть. Ну, потому что новая богиня. Ну, а Ларун, допустим, у меня не вызывал таких интересных чувств, если честно. А это выглядит достаточно прикольно. Я буду замедлять их просто очень жестко. Очень долго. Ей нужно, чтобы пульта быстрее юзалась. Да не, Ларун и вот это, Йомана. Ну я же попал. А где мои все? Посмотри, сколько урона я наношу, алло. Смотри, сколько урона я наношу, офигеть. Хорош, брат, хорош. Пульт надо... Но я первый раз пробую. Богине не понравилось. Слушай, мне очень понравилось. Очень она... Посмотри, что она делает. Посмотри, что делаю. Очень много урона даю. Ладно. Пульт пошел. Хорошо. Хорошо. Беги, брат, беги, беги, беги. Блин, по нему не попал. Я убил, убил, убил. Дабл. Хорошо. Слушай, ну жестко, жестко она вообще. Мне очень понравилось. Блин, да можно просто как первое мнение такой видос выложить. Ребята хотя бы посмотрят. Ну, она очень круто отыгрывается. Капец, просто капец, блин, жесткая. Мне понравилось, мне понравилось. И карта имба, и богиня прикольная.